Киеве избили докхантера Алексея Святогора. 43-летний киевлянин Алексей Святогор, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными, госпитализирован после нападения двух неизвестных возле станции метро. Об этом 22 февраля сообщил пресс-центр Национальной полиции Киева. По словам свидетелей инцидента, нападавших было двое, они были в темной одежде. Врачи в течение часа зашивали рваные раны на голове докхантера. Сейчас он находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии. Докхантеру предстоит тяжелая операция.